Сегодня в музыкальной школе многолюдно, ярко и звонко. Настоящий праздник музыки. Хоровой фестиваль в честь выдающегося музыканта, композитора и педагога Георгия Александровича Струве. Что такое конкурс? 8-й раз он уже проходит в нашем городе. Такое большое количество участников из 10 городов. Я в такой замечательный праздник желаю вам вдохновения, удачи, успехов, хорошего настроения, чтобы у вас не было победителей и проигравших. Вот этот сегодняшний конкурс – это еще одна ступенечка к развитию хорового искусства. Всем удачи и всех с большим праздником! Творчество Георгия Александровича в нашем городе относится с особым трепетом и любовью. Именно он вместе со своим коллективом «Пионерия» 25 лет назад посетил Лыткарино. В Дворце культуры «Мир» прошел мастер-класс, который послужил особым рывком к дальнейшему развитию хорового искусства у горожан. Разнообразное количество участников из разных районов Подмосковья. Участников около 800. Сегодня детей у нас участвует. Уровень очень хороший. Действительно, очень приятно, что такие большие профессиональные практические коллективы уже приезжают к нам в город Лыткарино и выступают здесь. Действительно, все на хорошей такой оптимистичной ноте проходит сегодня целый день. Коллективы действительно поражают своими умениями и массовостью. Несколько минут уходит на то, чтобы выстроиться в ровные ряды и подготовиться к исполнению номеров. Вот на сцену поднимается старший хор «Поток» детской хоровой школы «Подлипки» имени Толочкова из города Королев. За расстановкой ребят следит руководитель Инна Яковлева. Коллектив исполнил разноплановые номера – произведения Георгия Струве, русскую классику, духовные и народные композиции. В качестве современного – фантазия «Вольный ветер» на тему выдающегося современного композитора Исаака Дунаевского. Как итог выступления, гран-при фестиваля. Профессиональные члены жюри признали этот хор самым сильным. Такая программа была очень интересная, очень насыщенная. Мы к ней подошли, на мой взгляд, очень серьезно, потому что сам конкурс, он накладывает, конечно, такую серьезную ответственность. И каждый раз, как в первый раз, сколько бы мы ни ездили на конкурсы, это всегда волнение, это всегда масса тревожных моментов. Ну, в том смысле, чтобы спеть достойно. Не в смысле конкурентов, потому что, ну, по-разному бывает. Но вот сегодня мы сильнейшие. Не обязательно, что в следующий раз мы также будем такими же. Хотя мы стремимся. Струве посвятил свою жизнь возрождению и развитию хорового пения. Своим главным делом он считал музыкальное воспитание детей. И большую часть своего времени посвящал именно юным вокалистам. Идут года, сменяются поколения, но память о нем жива по сей день. И доказательство этому – высокое мастерство хорового искусства Подмосковья. Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Лыткарино.